К сожалению, сегодня нельзя вас поздравить с победой. Что не получилось? Какой комментарий можете дать по этой игре? Infelizmente, hoje não posso dar parabéns. O que não deu certo? Que comentário você pode fazer sobre esse jogo? Infelizmente, não saímos com a vitória. A gente sabe que a grande equipe do Dina é muito forte, mas a gente brigou no primeiro tempo de igual para igual. Mas no segundo tempo, eles tiveram a oportunidade, fizeram o gol logo de início e tiveram mais oportunidade com a bola. Да, действительно, сегодня, к сожалению, вы нас не можете поздравить с победой, но как бы ничего удивительного. Дина довольно-таки сильная команда. У нас были какие-то моменты, они тоже в первом тайме создавали моменты. Если первый тайм был еще довольно-таки равный, то во втором уже явно было преимущество Дина. Могу поздравить нашего соперника с победой. Вас соперник чем-то удивил? O Dina surpreendeu você com alguma coisa? Surpreendeu bastante, como tem o Carlinhos, tem o Esquerdinha, tem o Alemão, que é brasileiro, a gente sabe muito bem o potencial deles e fizeram uma boa partida. Не знаю, мы, в принципе, знали, что у них такие сильные игроки, как Искердини, Корнилиус, Алимао, очень сильные игроки, поэтому особо ничем нас не удивили, было ожидаемо.